Доброе утро, друзья! Вы на канале Деревенский заколхоз, с вами Василий. Я тут решил заехать. Мы встречали сегодня в 4 утра гостей в Анапе на вокзале и показывали им дорогу к морю. Как раз прокатились сразу от нашего дома. Ну и я решил тут немножко остановиться. Их отправили домой с Татьяной Викторовной. А я хочу вам показать ранним утром, как выглядит пляж у Голубицкой. Сейчас пол шестого утра. И уже какое-то движение есть. Что удивительно. Люди работают, убирают пляж, потому что каждый день здесь скапливается мусор. Ну, сами понимаете, люди отдыхают. И что-то все равно кто-то выбрасывает. Посмотрите, как это все красиво. Вот закат, вернее, рассвет. Смотрите, как красиво. И ни души в это время. Медузку я вижу одну. На берегу они тоже имеются. Но не так много. Вчера один зритель писал в комментариях: море грязное, медуз полно. Где эти кадры сняты? Посмотрите, вот здесь они и сняты. Сегодня 3 августа. Смотрите, уважаемый зритель. Я не знаю, вообще находитесь ли вы в Голубицкой. Вот это вот вопрос. Видите, вот море. Медуз мало вообще. Поэтому я даже не знаю, почему вы это пишете. Мне самому интересно. Я хочу сейчас еще замерить температуру воды. Как раз получается, если пол шестого, в это время я еще не замерял ни разу. Сейчас мы посмотрим с вами. Градусник у меня с собой. Сегодня, наверное, будет очень жарко, 3 августа. Мы когда ехали из Анапы, очень большой туман. Обычно, когда туман, значит, будет жара. Вы даже вот неверующие зрители, да, вот которые есть, которые говорят постоянно, вода в Голубицкой грязная и так далее. Посмотрите, какая она чистая в бассейнах. Здесь просто вода взбаламучивается, когда, видите, вот сейчас, да, море поспокойней. Она просто, ну, просто идеальная. Вот там, вот видите, вот моя нога, она прозрачная. А вот здесь вот уже у прибоя немножко ракушечник так вот баламучивает. Так, ладно, посмотрим. Температура воздуха утром 27,4, температура воды 25,6. Подчеркну, это раннее утро. Влажность 69%. Солнышко вот только-только недавно встало. Еще сегодня интересная была история, вернее, вчера. Мне одна женщина, зрительница наша, подошла и сказала, что вчера здесь плавали змеи. Я вот не знаю, вот, кстати, может быть, утром я сейчас подойду к этому месту. Мне самому очень интересно посмотреть, правда это или нет. Как хорошо. Я еще хотел сказать, у кого проблемы с легкими, там, да, вот это все, приходите утром гулять. Как раз вот это время, часа там в 5 утра, в 6. Сейчас самый полезный воздух получается. Так, значит, вчера я был здесь днем, и женщина рассказывала, что здесь вот их видели. Ну, я вообще в жизни никогда такого чуда не видел. Очень бы хотелось посмотреть, но сейчас я вижу, что нет никого здесь, друзья. Не знаю, правда это вообще или нет. Зрительница наверняка меня увидит. Я передаю ей привет.
Смотрите, у нас здесь недавно был подписчик, тоже с металлоискателем, он также ходил. Я с ним встречался, они ездили везде, здесь по краю. И тоже он также ходил с металлоискателем. Представляете, как хорошо, да? Берите с собой. Можно поискать тут золотишко. Потому что даже один зритель приезжали, и тут у него супруга цепочку потеряла. Вот реальная история. О, смотрите, как солнце быстро всходит, вообще удивительно. Да, действительно будет похоже жара сегодня. Я сейчас вам хочу показать еще, как живут наши палаточники. Скоро, очень скоро будет осень, да, придет. Поэтому спешите отдохнуть. И вот осенью будет такая же обстановка, как вот у меня весенние ролики были. Все заброшено. Днем вот это место оживет. Люди скоро приедут, начнут работать. Так, тут я шуметь, друзья, не буду. Сейчас посмотрим. В этом году здесь бывает очень много людей с палатками. Сейчас вот я смотрю, немного. Костерочек горит. Люди уже встали с утра и пьют чай. Это похоже у нас крымчане. А, ну тут две машины. Смотрите, как хорошо. Я хочу сказать, вот посмотрите, здесь отдых недорогой. Получается 300 рублей с машины. Не за палатку, палаток можно ставить сколько хотите. Там 2, 3, 4, ну сколько хотите вообще. Это просто сюда заезд, вот в этот кемпинг на центральном пляже. Очень такое выгодное на самом деле предложение. Душ бесплатный. У меня есть ролик на канале, как раз наши зрители вот здесь, вот в этом месте жили. Я приезжал к ним, снимал быт. Посмотрите обязательно. Привет им передаю. Семья такая очень интересная. Сын у них рассказывал там все мне про технику. В общем, очень интересно. А вот это вот грязевое озеро. Посмотрите. Тут, кстати, убираются вот ребята, кто заведует вот этим вот центральным пляжем всем. Производят уборку постоянно. Там вот смотровая площадка наверху. Это верхняя часть станицы Голубицкая. Там тоже можно снимать жилье. Здесь улица Советская. Это самые ближайшие дома. Посмотрите, как интересно, да? Обычно мы привыкли к забитой Голубицкой. Сейчас у нас пусто. Интересно. И вот там вот посмотрите, улица Разина, вот там вот дома. Я там тоже снимал ролики про жилье, там Алиар, там другие дома. Дом Комфорт, кстати, обратите внимание, Комфорт, очень хорошее место. Там Рите вообще понравилось, там детская площадка вообще, и комнаты, ну все новенькое, просто с иголочки, и море, там, не знаю, там в 20 метрах абсолютно. Вот. Очень хороший дом тоже. Там тихое место, это бывший такой пионерский лагерь, территория бывшего пионерского лагеря. В советское время он считался по значимости чуть ли не третий на месте после Орленка. Но это, как мне тоже человек рассказывал, там жили космонавты. Этот лагерь принадлежал там центру управления полетами. И представляете, в советское время люди понимали, где делать места для детей и для таких людей. Азовское море очень полезное, вода, содержание минералов различных, веществ. Поэтому вот тут и делали раньше такие дома отдыха. Посмотрите, как красиво это все выглядит. И здесь вы можете палаточку свою раскидывать и жить. Утром вот так просыпаться, ходить на пляж. Прямо буквально тут в десятках метров. А можно вообще ночевать и на самом пляже. Рассвет. Там уже купаются даже люди.
раннее утро. Солнышко только вышло, и обратил внимание, берег уже нагревается. Змей я не увидел, к сожалению. Но зато очень красивый рассвет. Так что, друзья, приезжайте смело. Вот даже человек с металлоискателем из Москвы второй год приезжает сюда и довольный. А представляете, как можно еще действительно покататься с металлоискателем по округе, по Таманскому полуострову. Я его сейчас агитировал съездить вот на грязи везде, в Тамане и так далее. Потому что в Голубицкой находится, и здесь просто рай для этих путешествий. Смотрите, у нас тут даже в Голубицке есть пирамиды, пирамиды Хеопса. Зачем ездить куда-то в Египет, когда можно просто на пляже? Посмотрите, да, друзья? Кто-то же это вот сделал. Я даже не знаю, что это. Что художник хотел этим выразить? Напишите в комментариях. В общем, вот такая обстановка. Третье августа. Голубицкая. Все хорошо. Всем удачи, счастья, друзья. До свидания.